Всем привет, мои хорошие. Нежданно-негаданно меня в доме появилась посылочка с орхидеями. Это новые для меня орхи. Это саркохилусы. Да, не удержалась. Буду их пробовать. И они постояли открытые, пока ждали съемку распаковки. И теперь я готова их достать и показать вам. Так. Ну что, так, здесь не природные, не видовые, здесь гибриды внутри саркохилусов, но очень красивые, все с разными цветочками. Так. И вот такая обалденная прелесть. Вот. Красота. Так, аккуратненько. Вот такой замечательный. Мне саркохилусы понравились и цветочками, и тем, что это чудо очень любит детковаться. Ух, прям приросла бирка. Вот такой гибрид. Конечно же, фото. Куда же без фото? Вот такое чудо. Замечательная прелесть. Так. И едем дальше. А, возможно, будет небольшая склейка в процессе монтажа. Может и не будет, если будут неудачные и долгие затяжные моменты с распаковкой. Так, прелесть прелестная. Тут просто мечта моя. Куча деток. Вот обожаю я такие куртины. Не знаю, меня от них прям ох. Прям ох и ах. Очень люблю. Так, смотрите. Вот такая прелесть. Бирка тут тоже приросла. Так. Вот такое название. Цветочки тоже красивые, интересные. Так, ну и, конечно же, сама куртинка очень радует. Очень мне нравится то, как они деткуются. Не знаю, как по мне, это огромнейший плюс у многих орхидей. И хоть кто-то говорит, что это выглядит как-то неопрятно и дико, и как бурьян. И орхидея, она царица, она должна быть одна в горшке. У каждого свое мнение. Каждый имеет право. Так. Я вот люблю, когда это все пышно и дико. Так, название. Угу. Вот такое чудо. Кто тоже хочет. Ребятки. Как всегда, в описании то, где брала я. Там еще, возможно, есть в наличии эта прелесть. Возможно, еще не все разобрали. Корешочки уже со дна прорастать начали. И там есть заказы. Тоже можно поучаствовать и эту прелесть себе купить. Так, и едем дальше. А, у меня 4 разных, как вы уже по фотографиям, цветов замечаете. Так, аккуратненько. Тут куча деток. Вот такая тоже прелесть. Обалденный саркохилус. Бирка, вот. Прелестная прелесть. Так, вот они, 4. Красавчики, мне очень нравятся. Очень рада, что получилось их достать. Супер, довольна. Теперь буду растить. Буду рассказывать о своем опыте. Но прям очень воодушевлена. Очень классная штука. В принципе, они входят с фаленопсисами, вандами и прочими. Вот, вот это большое
Вандае. Все время забываю, боже, семейство, группа. А, надо перед съемками освежать в памяти. Так что, в принципе, у меня с этим собранием проблем выращивания нет. Думаю, что с вот этим чудом я справлюсь. Из того, что я почитала, ничего особо сложного. По отзывам тех, у кого есть. А, в принципе, тоже несложное. Активно деткуется, активно это все наращивает, куст растет. А, надо заставить цвести. Вот тут вот могут начаться какие-то свои определенные сложности в том, чтобы заставить цвести. Но я думаю, с этим тоже справлюсь. А для начала надо будет хорошо их разрастить. Вот такие классные жирненькие штучки. На этом распаковочка заканчивается. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Заглядывайте в описание, переходите по ссылочкам, если вам нужны такие же классные чудеса. И на этом совсем все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.